Сирокала, Сирокала. Не уважаешь наш клан, щемись, баклан. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Artisa Makeover. I'm going to be checking out our battle singing the Baza. There's an English subtitle, so I'm going to understand each and every word you say while watching it. So without further ado, let's get started. Новые улицы, новые жилые дома, школы, театры – все это приметы меняющегося облика города, его молодости. Петрозаводск молодеет, благоустраивает. Дорогие пассажиры нашего корабля, мы с вами прибыли на речной вокзал города Петрозаводска. Предупреждаю всех питерцев и москалей. Мой район — месторождение пиздюлей. Здесь еще не открыли письменности колесо, но за неверный тезис могут открыть лицо. И чтобы проканать за своего, чтобы какой-нибудь на сон тебе не нагрел, чтобы ты от нрава нижней не опидарел, тебе положено учить диалект карел. На носу руби, а то зарубят на лице. Смягчай числительных согласную на конце. Не 50, а 50 или 60. Сейчас будет очень занимательно, ты лучше сядь. К тебе должна такая фишка прилепиться липко. Бабочка по-карельски будет бабка липка. Звучит не очень, но запомни эту дребедень. Употребляй не каждый день, а в каждый день. Ходи потуда и посюда, а не здесь и там, по улице типа Мурманской и другим местам. И если по-карельски кука — это петух, то чё-то я, братан, на Куковке как-то не очень. Мина Петровской, Сина Петровской, такого не услышишь на Фонтанке и Тверской. Мина Карьялан, Сина Карьялан, в эти места не шел Мамай, не ехал Тамерлан. Мина Петровской, Сина Петровской, карельский говор городской, петрозаводской. Мина Карьялан, Сина Карьялан, базар древний, будто византийский пуцалан. Этимология названия у нас проста. Три корня в карелятском нейминге, как три кита. Чтобы твой новый бизнес завтра не погорел, зови его Онега, Сампа или Карел. Онега, рыба, Сампа, интернет, Карел, кредит. Приедешь, сам увидишь, что Виталий не пиздит. Местным названием не выйти из тройного плена. Их повторяют, будто мантру для Вавилена. Название же городов у нас как финский мат. Эсэйлам, эсэйлам, моя твоя не понимат. Не в ко... Guys, this is interesting. I love the old setting they're using, making the video. Just make it look a little bit creepy. You're just going to be wondering, what are they going to give us next? But I'm enjoying it. I love the style. I love the way he's talking about it, saying that there's riots, things that are happening. He's very expressive about it. And the girls that were dancing, honestly, I love their moves. I love the way they were dancing. I love the vibe. And I love their outfit also. It was so beautiful. And I just can't wait to see more of the video. It's just kind of, I feel he's kind of telling a story. So I just want to understand more about it and be able to know what my expression is going to be, or what I'm going to have to say. So let's continue. В дыру доедет твоя Лада Гранта. Не каждая ебала выговорит Питке Ранта. Ты чуть в Карелии не пальцами, а пальцами. Прогнал фуфло, тебе пальца отрежут ножницами. А сейчас вообще ты охереешь, что так бывает. Штаны и куртку не снимают, а раздевают. Руки и полы не моют, а намывают. Вместо олимпийки мастерку одевают. Носят не тапочки, а сланцевую самый сок. Вместо сахара Карел сыплют в чай песок. Не озеро, а ламба, не курица, а кура. Дороги идеальны для триала и паркура. Но мы сейчас не об этом, трёчек по базарной части. Хочешь быть местным, юзай больше депричастий. Уехавший с района, вышедший со школы, второго вырубивший чисто ради прикола. И не загадамши, попамши ногами в жир. Коси под местного, расти лексический ранжир. Чтобы в деревне деда не прочухал, что ты лох. Сдвигай почаще ударение на первый слог. Проходи пиво с нами, попей чисто для души. Одевай рибуши и чеши по а-ля буши. Дабы не применять продукцию Берлин Хими, веди себя по проще в беломорские киви. В их диалекте есть 4 речевых блока. Монтажка, нож, кулак и вороное рыло глока. А если ты оставил мусор на лесной поляне, в тебе оставят пару финок местные селяне. Ты без нужды нагнул березу, я тебя нагну. Волыной подмигну, попрешь как антилоп огну. Короче, ну давайте к нам в гости, я встречаю. Побывав тут, вы охуеете, я отвечаю. Насытится любая любопытная Варвара, нюхнув шаманского отвара на ватовара. Сик рулит, Вейн и Мёльнин правит бал.
металлом. Если тебе что-то не нравится, на ноль ебало. Ваше нытье подобно камню в свой же огород. Республика живет так, как живет народ. Пока наш дом — это граница до дверей квартир. Остальное будет как общественный сортир. Устал по вечерам от грязи отмывать ботфорты. Открой дверь, выйди из зоны комфорта. Сина Петровской. Такого не услышишь на Фонтанке и Тверской. Мира Карьяла, Сина Карьяла. В эти места не шел Мамай, не ехал Тамерлан. Мира Петровской, Сина Петровской. Карельский говор городской, Петрозаводской. Мира Карьяла, Сина Карьяла. Не уважаешь наш клан, щемись, баклан. Respect our clan or stand the F out. Wow, guys, this was incredible. I love every bit of it. I enjoyed the fact where he said that you should get out of your comfort zone. Like, a lot of times we just get to this point where we're comfortable and we just don't want to move out because we're scared that if we try, we're gonna fail. So we just stay in that comfortable zone of ours, like, even if we know that we are not enjoying it 100%, but we know that this is what we have, like, this the situation we are in, and we are trying to manage it, not to escalate anything. I think we all need to get out of our comfort zone so we can be able to see what more we can achieve, what more we can strive for, what our purpose is. Because if you just stay in one particular situation every day, every time, doing the same thing you're used to doing, not trying to look for more things you can do, trying to establish yourself more, you're just going to be, I don't know, I feel you're going to waste your talent and your uniqueness because you're just too scared of stepping out of your comfort zone, too scared of moving forward, of seeing what more you can achieve or what more you can do for your society at large. I enjoy this song. I love the part where he said that respect our clan or stay the F out. Like, you have to respect that, like, if you're to go to this country or if you're talking about this country, you have to respect them because they are their own people. You don't know why people behave the way they do. You have to understand why they do that. You just don't judge people. So you have to respect them if you're in their country, even if you're not there, but you just have to give people respect. If you cannot respect people, you don't have anything good to say. I just prefer you just don't send it at all. Because the world is full of hate and there's no point spreading it more. Just let it be. So you have to respect them. If not, what's the point of you being in their own clan if you can't respect them? Respect is reciprocal. The respect you give to me, I give you back. And we all need to show each and everyone love and respect. So I get why they say respect our clan or stay the F out. So guys, this was incredible. I enjoyed it. I love how they sang. I love every bit of the performance. The girls were dancing, honestly. Even in the winter, you could see their dance. They just dressed up cute and they were just giving us a vibe. And I enjoyed the story he told, like the way he explained everything bit by bit. It was nice. And I enjoyed watching it. This was incredible. It was a wonderful performance. So guys, let me know what you think about my reaction in the comment section. If you want to see more of me, please make sure to like, subscribe, and share this video. I'll see you in the next one.